Так, что Открывай. угодно. Это карбона, не блань, блядь. Красному не подходи, блядь. Понял, понял. Пока там люди бегут, я на минуту отойду. Я придумал, сейчас я скину. Духов-то я вижу. Ровись подойдет сегодня, не? Писец, вы играете, конечно, я хуею. Ровись, ты тут, нет? Лич. Вообще, блядь, пиздец, личами, блядь. Я тут. Ты один можешь один. Заходить в инст? Давай быстрее. Да, я захожу. Я зашел просто раньше. Когда еще не все сдохли. Слава, ты что такой нервный, а? Ну нихуя. Хуя. Хуя. Там сейчас спокойно. Еще ж не начал никого с гильды кикать. Кнопка. Я с утра. Я с утра там в 6 часов утра, нахуй, уже отвел душу, нахуй. Он посмотри, типа кикал типов, нахуй. Сенки, все равно журнал открыл. Поэтому сегодня он уже это не кикал. Ну он там, блять. Кто там? Сейчас скажу ники, нахуй. Если знакомые, то скажешь. Вот яды, блять, Миамик, нахуй. Норм типка, блять, на связи. Пироманша, Малбора, блять, Сму, блять, Биг Дэмовский перс, Два Носку, нахуй, Ордара, Квартиру, Мейлсторм, Исидорка, Квартиру? Ханкила, Хурлопан, ебать, ники обоссанные какие-то. Хурлопан? Да, да. Что, блять? Вроде хорошие сигареты, но ну, типы, типы вообще, из них я только на связи помню, блять. Ты посмотрел? Посмотрел? Жесть. Что-то там. Вы то есть только сейчас об этом узнали, да, получается? Что, пошел пить? Подождите, блядь, ровист еще бежит. Хочешь себе такой же БП? Не, у меня. Я продаваю свой. Я не даун. Я ему я, пишу. Я, кстати, говорил об этом. Так он мне написал, что типа. После. Сейчас, открой перепись. Кто-то там говорил, от пыли ничего сгореть не может. Бля, я не... Дай похуй на этот, блин, трон, блядь. Это, рвис тебе долго там? После ванны съёбываешься, хуёво. Хорошо. Я-то уже привык, что ты... Я уже почти подбежал. Главное, чтобы замена была. У тебя проходка есть, в принципе, так что похуй. Блядь, выхранителя нету, слича. Ну, блять, нахуй. Ну это зависит от. Если мы сегодня типа его ебанем, то будет печально, да. Надо, блять, будет свой компьютер почистить. Надеюсь, что вы оставите лича на следующий день. Такие фотки пугают, да? Пиздец. Я постарался его забрать. Может, не надо, дядя. Не, у меня аж как бы видеокарта моя прошлая. Его надо. Его надо Зозе отдавать. По приору. Да, у нас же Зозе есть, блин. Я его не заметил. Гадство. А меня еще, знаешь что, Сэджу, у меня-то еще в корпусе блок питания-то снизу, блядь, стоит, у меня там отдельный сек, что отсек под него, блядь. Пристаба. Инту. Пей куклу. И он там снизу в пыль себя всасывает только так, нахуй, надо будет его почистить. Надо сеточку поставить. А ты переверни. А стоит пылевой фильтр. Системник переверни. Три себя принимает, и тут. Инту. Пей куклу там, кто там, пей. Пока маги, дайте баф, а? Пока бафать будут. Тантос, нажми. На, омоложение буду рост. Да похуй на инту уже. Блин, полгода так ждать будем. ГП дам нахуй, если не будет инты, сука. И отбегайте от пельменей, блядь. Хули смешного, блядь. Потом сразу всем инта залетел, резко. Просто, блядь, ты еще не договорил. Так, что там? А? Не, понятно. А что у вас, сука, в жопе свербит или что? Почему нельзя нормально, ну, не трогать? Давай ГП за... Кому, блядь? Тебе сказать, кому? Вот мне сейчас надо разбираться в этой хуйне, служи, выходите лучше. Кирсори. Кирсори. Надо. Хули не надо, блядь. Исклей. Будет вайп, ГП будет тебе, нахуй. Так что, блядь, это в ваших интересах сейчас не вайпнуться, нахуй. Тут, скорее всего, в его интерес. Давайте вакнем. Закройтесь нахуй. Чё, блядь, делать нехуй?
По боссу больше. Переводим, если что, не забывайте. Да то, что приботы проебали пацанам, блядь. Будем страдать. Зеленый дебаф, нахуй. Встали, блядь. В хуйню, блядь. Не опоздайте, сука. Побежал. Карбонара! Ёбаный. Вы хилить будете, сука? Бах. Пиздец, нахуй. Я хуею, блядь. Пилы, блять, пизду падаем. Во-первых, Кирсори, нахуй. Во-вторых, кто сейчас был с красной меткой хилы плюс Анитер? Я был с красной меткой, меня выкинуло. Кроме него, кто еще был? Бидон, Эламаунт и Карбонара. Вы что, не могли Карбонару захилить? Вы, блять, стоите в центре комнаты, нахуй. Там нихуя. С красной забежал. Он забежал с красной меткой вам в зеленую, блядь. И бил, блядь. И вот тоже ГП, нахуй. Все, пизду вас, нахуй. Бичи, сука. Вот тебе ГП, блядь, за то, что ты в хуйню забегаешь, куда не надо, нахуй. И тебе за пул, нахуй. Все лежим, лежим. Блядь, что сложного, нахуй? Крест на вас, красная метка. Встали в крест, смотрите, хилите, нахуй. Если все хилы в этой, в треугольнике, нахуй, помогаете хилить, совы там, присты, нахуй, ЛМ, блядь. Нет, нахуй, Карбонара забегает в треугольник, блядь, его хилы из-за стенки не видят, нахуй. Что это за залупа, блядь? Вы что, блядь, давай. Я не добежал до стены, не надо, меня оттолкнуло просто, и все. А нахуй ты там бегаешь? Все, тихо, блядь. Нахуй. Я убегал от красной. Ты что, накурился? Тебе показать, как от красного отбегать, блядь? Не накурился. Вот лучше бы накурился. А нахуй ты туда бежишь, где зеленый взрывается, где взрыв у него, радиус, блядь. Не лезь эти руками это, остальных. У Лока нету. Тело не покидайте, нахуй. Ну, пиздец, хуй, сейчас долго бежать будешь. Пока он бежит, нахуй, резайтесь. Рыбу ставлю, блядь. Сейчас я тебе покажу, как бегать. Вот на себя ставлю звездочку, ты тут? Вот смотри, стоишь, блядь, в кресте. Тебя выбрал... Слизень красный, нахуй, он там вот выливается, где оранжевая жижа, нахуй. И ты даешь круг, нахуй, по этому кругу нарисованному, вот такой, нахуй. Не бежишь туда, в треугольник, нахуй, а даешь круг, блядь. Вот такой, блядь, ты видишь круг, нахуй, на полу, блядь. Я с тобой бегу, блядь. И ты даешь такой круг, блядь. И себя при этом хотаешь, блядь, хилишь, потому что по пол хп тики откидывают. 10 стаков, когда он тебе по пол хп отбивает, блядь. Уже когда после 5 стаков там поменьше бьет. Рыбу жрем, блядь. Сука, не ебланьте, простой босс, нахуй. Делайте нормально, блядь. Ни паники никакой, ни хуйни. Вот эти беготни к слизню зеленому не надо, блядь. Он откидывает. И вообще, когда в зеленого слизня этот, он выбрал цель в РДД в кресте примерно. Стоим, бьем на фазе, блядь. Хилы туда не сбегаются, нахуй. Там хватит людей урона разделить. Вы отбегаете к столу поближе и хилите, блядь. Людей, блядь. Чтобы вас не откидывало, вы свой касс не проебывали. Каска. Хуяска. Стамина. Иди в магазин, купи каску себе. Ультринка вылетел, что ли? Да. Зависло все. Чем больше дубов нашей армии, тем крепче оборона. Понял. Так, давайте, пока мы не выпанулись. Кто умеет таунтить профа? Ханты. Я тебе назвал, ты таунтишь, потом хукмастер, потом рарник. Я вообще хапал, не буду таунтить ничего. Вон, пускай таунтит хукмастер, а потом кто? Че, больше нет? Сидиабр у вас есть, Вазаханыч есть, Кирсоль есть. Когда, как нахуй этот... Чему, бля, один раз показывает этот ДБМ, другой нет. Хуй узнает сейчас, как будет. Заходишь в ДБМ. Да, я настройки открываю, а там пусто, короче. Вот. Вы ему проанонсите, надеюсь. Ну, проанонсите там. Да мне вот делать нехуй больше, анонсить стоять. Я, открываешь, блядь, ДБМ, открываешь профа, там третья фаза. Сейчас скажу, где это находится именно.
Там на третьей фазе чума, короче, галочки ставишь. Мутировавшая чума, блядь, 10 секунд да, каждый да. кидается, блядь. Нажимаем, да, кто там? Готовы, нет? Хэлла. Я сейчас разбахаю, похаваю. То есть там у тебя все есть, да, пристабав? Лист может попробовать потаунчить, если надо. Надо, чтобы четко было потаунчено. Короче, первый будет таунтить Равист, второй будет Закханыч, ой, этот, Хукмастер. И этого хватит, я думаю, там посмотрим. Если что, потом... Рарник может. Вот, второй Хукмастер, а Рарник уже третий, в самом конце. Ну вот, открыл ДБН, а там пусто, бля. Да похуй уже, поебать. Кто-то будет анонсить, нахуй. Всё, пью. Чё, пей, бафаем куклу. И не пульте босса, нахуй, когда не надо, блядь, отчёт на это дается. Идите рыбу жрите. Ну, жрите. Ай. А её уже нет. Не похуй. Так, чё там у куклы? 8. Омоложение, буйный рост. Не восстановление, не надо, буйный рост, блядь, хуярь. Не надо жнецветы, вот эту хуету не надо, блядь, слышишь? Не надо, она не стакает, но не даст ему энергии. Буйный рост, я могу взять. Давай, да я чё. Рабонара, ты понял, услышал? Да. Лишние спылы не нажимай, они не дают, не резнут ему ничего. Вышли в лужу. Быстро зергаем слизня. Импров объем. Служиваешь. Проф объем. Дебаф свой смотрим быстро. Зеленый. Так, давай по кругу бегай. Зеленый остался, Карбонара. Ты дебил Карбонара, нахуй, совсем? Ну чё, я не могу двигаться, чё зеленый? Ты дурак просто, нахуй. Ты колбы видишь, где нахуй, или ты не видишь нихуя? Почему нет, ты... Нет. Бля, это пиздец, я в ахуе, просто, блядь. Ну, давай как... на замену, блядь. Как такой трайт дать, чтобы ты понял, блядь? Почему у тебя такая проблема? Ты не посмотрел, что где дебаф? Или тебе вообще похуй? Мне просто интересно понять, тебе похуй или ты не знаешь? Или как? Как ты будешь ориентироваться? Я не видел, я тебе говорю. Чё зеленый? Ну зеленый на мне луч появился. В твоём деле луч. Когда надо было привязать к стене. Да? Да. А я не могу двигаться. Смотри, когда идет перефаза, ты смотришь, твой дебаф. Если зеленая колба, бегишь туда к стенке. Если рыжая колба, то становишься в крестик. Все нахуй. Все, иди от нахуй. От рыжего слизня надо убегать. Иди на замену, сейчас друид инвалид зайдет. Посмотри стрим, я, блядь, включил. Посмотри, нахуй, как надо действовать, нахуй. И где дебаф появляется, где карта есть, нахуй. Увидишь карту у тебя на экране, блядь. Там есть холод трона, блядь. Вип, нахуй, премиум, нахуй. Значок орды красный. Есть у тебя такая хуйня? Полоска дебафа, короче. Есть, нет, прием. Что посмотреть-то? Сука, мини-карту найди у себя на экране, блядь, видишь? Справа вверху, да. Значки там квадратные, видишь? Орда, видишь нет. Там дебаф? Орда, дебаф, видишь? Вижу орда, ну. Ну вот возле него, нахуй, появляется колба, либо зеленая, либо красная, нахуй. Туда ты не смотрел, блядь, из-за этого ты вайпнул рейд, блядь. Если там ладно, зеленая колба... Ладно, все, сейчас посмотри на стриме в пизду, ты просто не знаешь, все, хуй с ним. Не обижайся, нахуй, ну это пиздец. Ебать, параша, нахуй. Главное, не офайся никуда. Ты тут еще? Тут. Сиди, смотри стрим, блядь. Друид инвалид где? Бежим.
пизду. Ты не знаешь, блядь, не знаешь, лучше, блядь, учи тактики, чтобы все, блядь, знал, чтобы где еще какие дебафы, блядь, и видео посмотри. Фулл ЦЛК проходим, посмотри один раз хотя бы, как проходится, блядь. Это, чтобы ты видел, блядь, что где появляется, блядь, что РЛ говорит, блядь. Вот если это, хочешь, блядь, я тебе могу стрим кинуть, сохраню, кину тебе стрим, посмотришь. Посмотришь, да, стрим. Я сейчас смотрю, у меня время-то есть. Стрим я на работу скоро не пойду скоро. Во сколько ты пойдешь? Через час, через полтора собираться. А, ну, я это... До восьми, я же говорил. До восьми, да. Короче, блядь, все, четыре босса убил, пока она на тебе дальше. Ну и хорошо. В другой раз. Это пиздец просто, блядь. Всем остальным, чтобы это было... Ну, если кто-то вдруг тоже нихуя не понимает, блядь, обратите внимание, нахуй, на переход, когда два слизня выходят. Вы с зеленым дебафом бежите в треугольник, нахуй, встаете в уголок, чтобы он вас откидывал туда, и чтобы люди там его били, пока он вас 3-4-5 раз откинет, нахуй. В кресте остальные с крестом, с красным колбой стоят и бьют, блядь, и хилятся. Две переходки такие, 80 на 35. Сука. Да, блядь, просто видишь, ну, рассчитываешь, что человек вроде где-то что-то там понимает, а он, оказывается, ни сном, ни духом. Не, ну, блядь, типа, это простительно, блядь. Не было, это нормально. Первый раз, конечно, никто не поймет, нахуй. Это все из-за того, что ты тактику не читаешь. Я тактику начал учить, когда меня кикнули с рейда, нахуй. Я вайпнул рейд, я не понял, как я вайпнул. Меня кикнули и пошел читать, нахуй. Без чтения тактики ты будешь так вайпать рейды, блядь. Ну, не часто, но будешь вайпать. А тактику прочитаешь, будешь уже, блядь, 90% не будешь вайпать. Уже будешь очень-очень... Все равно все надо на практике делать. Ну, даже вот если это... почитаешь, практика нужна. Без практики ни хера. Вот я тебе и говорю, почитаешь, еще и видео посмотришь, и уже будешь глазами видеть, что к чему. Иначе, блядь, хуйня. Ты приходишь, ты не знаешь, что здесь делать. Нихуя не понимаешь. Надо, чтобы ты тут четко знал, что вешается, на кого, блядь. Именно в прочтении тактики это все написано, блядь, в описании. Просто люди, сука, ленивые, они не хотят нихуя читать, нахуй. Не практика, блядь, через практику... Успокойся ты уже. Пизду, сука, да, заебали, нахуй. Ой, ты бы сначала спросил, умеют ли они читать. Угу, вот именно еще, блядь. Такая хуйня. Я просто не представляю, блядь. Так, дайте кто-то ГБ, а то мне забагалась кнопка. На рыбу взять. Ставил. Угу. Так, а я ставил. Я там букмастер. Ваше отношение с РЛом уменьшено на 25. Хухмастер, где? Пиздец, что за хуйня? Бегит, наверное. Слава, когда по пиву заебал? Чего? По пиву когда? Пиво. Босса убьем, мы пиво будем пить. Писать будешь криво. В натуре. Да, нажимаем. И готовься. Готовься. Чтобы у тебя так же было, карбонара, вот так, чтобы все было видно, блядь. Сейчас я еще нахуй смотри, блядь. Сейчас еще, блядь, дебаф забью все, нахуй. Как там? Вязкая радость. Дроид инвалид. Давай, я чё? Погнали, погнали. 5, 4, 3, 2, 1. А как ты отдаляешь настолько? Дисмаунт 30 прописываешь или что? Ну, чтобы отдалить. Не знаю. Ну, видишь, у тебя далеко... Стандартно в игре. Нет, ничего стандартного. У меня ближе намного. Да так отдали, значит, макрос. Не отдали, но какой макрос? Дисмаунт? Потом, сейчас не занимайся этим, видишь, босса бьем, блядь, отвлекаешь. А вот это помогает.
Смотрим дебаф. Зеленый сильный, синий проебите. Красный с тем кости ждем. Зеленого быстрее. Проф сейчас двигаться начнет, пельмени будет кидать. Пельмени полетели. Отошли. 10 метров достаточно дойти. Сейчас еще следующий он будет кидать. Вторые сразу пельмени. Да уйдите колбы. Лужа. Выходим. Идем дальше. Зози удушливый газ на. Хуё. Кинь Мэтфокс и нырок непринужденно по войду. Красный пельмени отошли. Красный объем. Видишь, достаточно вот, немножко отбежал, все, дальше смотришь. Он кинулась, красного захиливаешь. Слизня бьют. Проф. Лужа летит, служи вышли. Душливый газ, Седжу, блять, Заканыч, Траволта, блять, йо, проебали меткость свою. Берегите. Пельмени отошли. Кош. Да пей ты лужи быстрее. Тихо, не нервничайте. Залезешь в Обаму, покажешь, как он быстрее пьется, чем тихо, ХКД. Тихо, не надо. Блять. Да это хуево, тоже ржа нахуй. Так, красного. Пельмени вышли, лужа вышли, лужа вышли. И пельмени пошли. Так, будем стопать. Внимание. 40%. Немножко отойдите дальше по боссу, от босса на 30 метров. Вот где хэпал стоит. Великий РДД. Ладно, я не с той стороны лужу. Берегитесь. Пельмени летят. Да стопните. Стопните? Вы что, перевести хочете? Ну, там 0.5%, блять. Вы что, нахуй? Совсем слепые, нахуй. Быстрее слизня зергаем. И профа готовимся переводить. Блять, дай бог 3 слизня будет. 0.2%. Теперь переводим. Блять. Зеленый, блять, быстро в треугольник забежали. Зеленый. Зеленую колбу не проебитесь. Красного не проебите, не хилы. Блять, незыбка есть какая? Сокру дал. Свои сейвы личные нажимаем. Сука. Друид инвалид, будешь эламаунта резать. Резай эламаунта. Пельмени отошли. Пельмени. Не слови пельмени, ламаунт. Геру? Да, Геру, сейчас еще будут пельмени. Че, колбы будут? Че вы сзади стоите? Первый, кто таунтит? Прием, или мы вайпануться ходим? Два стака уже на танке. Кто будет таунтить? Равис вроде таунтил первый. Равис погнал. Таунтил. Забрал стак, да? Блять. На Юле 3. На Юле 3, нахуй. Как дела? Пизду вас, нахуй. Забирай второй танк, забирай второй танк. 4 будет, будет вайп. Пельмени отошли. Вы все ловите, и пельмени, нахуй, и удушливый газ. Вернулись в центр комнаты. Короче, таунтами командуйте, сука. Ой, или будет вайп, блять, мудаки, нахуй. Пизду, блять. Я так не сыграю, нахуй. Я на хиле не скажу вам ничего, нахуй. Зози, БР и Рарника, блять. Слышите, сука, командуйте таунтами. Или будет вайп сейчас.
пельмени отбежали. Сколько там на комстаках? Кто сейчас таунтит? Можете говорить? На мне два. Забирайте под конец коста, блять. Пиздец, хуйня голимая, нахуй. Лужа, выходим. Вышли, лужа. Ну нахуй ты вздыхаешь, маг, в луже, блять. Пельмени отошли. Пиздец, нахуй, я хуею, блять. Забирайте еще стаки, 4 ляма еще бить. Еще один стак хотя бы заберите. Все, забрал. Все, пускай дотанчивает. 2 ляма добиваем. Ну куда вы в удушливой колбе-то стоите? Вы совсем слепые, нахуй. Пиздец убили. РДДшники, не встаньте с колбой рядом. Ой, блядь. Добивайте, добивайте, быстрее. Хули добивайте, он захилится, нахуй, когда люди со стаками умирают, блядь. Ну, блядь, где, почему блядь? Так, нахуй? Почему вы, блядь, хп. Не можете, нахуй, нормально сделать? Ни сказать никто не может, ни чуму никто не видит, блядь. Пизду, нахуй, блядь. В этот раз Карбанар не виноват, блядь. Чё, блядь, ну, я не знаю, ну, как а вы хотите, первый? Блядь? Нахуй вы таунтите уже в конце, сказали, всё, один стак, блядь, забирают, блядь, и всё. Пиздец, нахуй. Ещё раз проговорю, нахуй. Кто видит сейчас мутирующую чуму, блядь, с микрофоном, нахуй? Быстро откликнитесь, нахуй. Рарник, ты будешь командовать, кто таунтит, нахуй. Ты будешь таунтить первый, блядь. Второй будет таунтить Хукмастер, блядь, и ты ему будешь говорить. И третий будет таунтить Равист. Все, пиздец. И ваша задача, вот, кто таунтит, не сдохнуть, не допустить, чтобы вы ни в колбе не стояли, ни пельмени, ни лужи, нахуй. Все, пиздец, сделайте это. Остальное вроде легко делается. Пельмени, встать, блядь, в лужу, в этот, в угол, нахуй, убить слизней, блядь. Это пиздец, обычка, нахуй. Все, что надо, стаунтить, блядь. Один стак первый отдаете на Эвилашу, потом ты начинаешь таунтить. Ты ничем не занимаешься. Весь остальной рейд бьет, ты занимаешься таунтом, не носишь. Если я это буду делать, у меня не будет хила, блядь. Мы выпадемся, нахуй. Это, блядь, ну... Давайте как-то посерьезнее, потому что, ну, такое отношение, блядь, никто нихуя не хочет говорить, шевелить палец о палец. Я вас за ручку всех не проведу, блядь, по одному, нахуй. Я не могу за каждого зайти, за комп сесть и сыграть, блядь, что вам надо делать. Таунтить вот эту всю хуйню, блядь. Спекнуться в танк, спекнуться в ДД, блядь, в хила, нахуй. Попробую сказать что-нибудь, Буребек. Добрый. Вот эту всю хуйню, блядь, что надо делать. Вы должны заранее на боссе знать, что вам надо делать, блядь. И заранее распределяться, не ждать, пока я вас, блядь, назначу. Целка эта ебана за 3 часа закрывается. Мы тут сидим, блядь, 3 часа только на первых 5 боссах, нахуй. Давайте, блядь, как-то расти надо, нахуй. Вот рыба. Быстренько жрём, нажимаем «да». Да-да, хорошо. 6 минут фласки хватит на пол? Колба, если чё, мне уходит, нахуй. Так что, блядь... Тихо там, нахуй. Я, блядь... 6 минут фласки, слава. Ретрик мейн, нахуй. Должен. Нормально, не перепью. Чё, да, нажимайте, да, потом перепьем. Я все спеки мейн не смотрю. Не, ну ретрик мейн, это все остальное, типа, чтобы рейд состоялся. Все, пей куклу, все готовы там. Жрите рыбу. Ходы. Только омоложение, только бунрос. Вот, отлично, сразу появляется энергия. Немножко еще. Давай, чёт. Чёт даёт, чёт. 5, 4, 3, 2, 1. Лужа дошли.
зеленого зергаема. Пиздец, лагануло. Захиливаемся быстрее зеленого объема. Вышли, вышли, сука, с лужи. Быстрее, быстро, быстро. Блять, я нахуй, ты уснул там в луже, блять. Этот, Мэтфокс резай быстрее. Прям сейчас. Фулбаф по нему. Пропу сильнее. Все, переуходка. Мэтфокс быстрее. Эй, фулбаф. Дебафы свои смотрим. Красного помогли, отошли от красного. Цель меняет. Пельмени, пельмени. Отошли. Лужа, сука, забагалась. Берегите. Пельмени еще одни отошли. Не словите их, сука. Мэтфокс, угу. Иннер по воину. Или лужи вышли. Пельмени отошли, красного убьем. Красного сразу РДД. Ну, блять, Равис, пиздец. Посещаю захилим. Лужи вышли. Берегитесь. Пельмени отошли. Так, пошли в рейд, вернемся. Сбежались к луне, чтобы чума нас не убила. Все нормально. С этим зеленым убьем. Рвис тоже дай по войду, Иннер. Так, дальше играем. Луна, сбегись к нам, к рейду. Блять, друид инвалид, быстрее перекинь чуму. Блять, забагалась что ли на тебе нахуй? Будет она перекидываться? С убьет его нахуй. Или перекинулась? Вроде бы исчезла. Красный. Красный вышел. Берегите. Мини отошли. Ну, блять, Танатос, нахуй, сука, бич. Так, будем стопать, бейте пока. Будем... Бейте пока по максимуму. Будем бить, и после зеленого будем переводить. Как кастуются, блять, пельмени отошли быстро. Зеленого зергаем. Лужу отходим. Угу. По боссу больше переводим. Так, дебафы смотрим. Красный, зеленый. Блять, быстрее захиливаемся на фул хп. Не зыбку. Да сука, ебаный насос, нахуй. Фух, прожимки жмите свои. Да сука, что это за хуйня? Пизду, сука, нахуй. Это что было? Красный прибежал или что, сука? Да-да. В кого? Пасифея, да? Или кто, бля? Я не могу понять. Кого красный сейчас ударился, блядь? Рарник. А какого хуя, нахуй? Ну, он первый раз тебя ударился и умер. Потом следующего взял. За мной бегал. Бичи, сука, блядь. Все, да? Освоение. Да, освоение. Газовое сдутие на Пасифее. Пасифея в тебя он ударился, и мы сдохли все из-за этого, да?
Нет, посифей же сейчас только что была, когда мы уже все сдохли. Он, блядь. В кого тогда, сука? Ну быстрее. Первого кого? Вообще мне в красного никто не плевал, поэтому. Как это не плевал? Он бегал на фул скорости. Левок был, просто он пока долетит, блядь. Эй, мне и лужи надо пить. Вы ж собрались переводить. Там какой-то иридар вроде был. Пизду, сука, нахуй. Бичи, блядь. Ёбаный в рот, нахуй. Как нельзя сыграть поосторожнее, нахуй. Слава, я ластраю именно. На будущее, ну, не бегай вот так близко. Просто беги вокруг вот этого. Просто по кругу вот этой комнаты. Когда появляется, когда переходка появляется, блядь, слизняки, нахуй, с красной меткой, с красной колбой, люди, нахуй, отходят, блядь, чуть-чуть подальше от него, вот и все. Тогда он, блядь, будет идти. По часовой стрелке вот так. Будет идти полчаса, блядь. Быстро бафаемся. Не пал тут сидеть, блядь, третий час. Сейчас еще нам час 15. Можно, в принципе, потраить профа. Надо с этого травмовать. Получится, ну. А нет, ты хуйней заниматься. Завязывайте учиться уже, нахуй. Уже давно, блядь, все разжевано, блядь. Пельмени нет, не ловите. Нет, учись. Да, нажимаем. Что я пью? Катрисия. Тут? Все. Пей, вот эти. Вот эти. Давай, че? Ну уже отошли. Зеленого не баш. Снимай духа, блять. Рави стрессы мордаунта. Дебаф зеленый забежали. Ну быстрее хила надо нам. Пельмени. И вторые болят, скоро готовьтесь. Берегите. Пельмени. Отходим. Служи быстрее. Это Фокс по войду. Раз. И меня отошли. Служи, вышли. И меня отошли.
готовимся зеленую. Скучкуйтесь там с луной, чтобы, блядь, перекидываться. Так, зеленый объем. Лужу сейчас готовимся. Камень. Когда воете слизня, смотрите, чтобы миликам было удобно бить РДД. Будем стопать перед зеленым. Выбивать зеленого и переводить. Вот 40% переход к 35%. Не проебитесь в процентах. Все, тормозните. Доты там доедят. Мини отошли. Зеленого убиваем сейчас. Массакру. Дайте лужу допить. Ты пить их можешь на переходке. Бейте босса, переводите. Они пьются, и кукла не диспелится на переходке. Сама по себе. Не менее отошли. Дебафы смотрим свои. Ну, блядь, ламаунт, пиздец. Замедленно, нет, красный. Пиздец, сейчас они подохнут, нахуй, ну хильте себя сами, дубовую дайте себе, блядь. Кто в зеленом там стоит. Эх, ей, блядь, как тяжко. Великая победа Ордына. Красного добиваем добили. Красного быстро. Чего? Дошел. Переходка, блядь, у меня... А второй плевок, блядь. Второй плевок у тебя где в красного? Я тебе говорю, меня сначала выкинуло. Вот это крейдж. Оно не должно выкидывать, блядь, это кто-то здиспелил, ну, нахуй. Значит, диспелили, я хую. Пизду, нахуй. Как выкинули. Вы заебали, нахуй? Я хуе. Оно не выкидывает сабамы, блядь, никак вообще. Ну, ты даешь плевок один, и у тебя на второй плевок есть сотка раги. Он, этот, заканчивается, секунд 5 остается еще до первого плевка, а ты сразу даешь второй, потому что его стопудово не успеют добить. Тут не такой ДПС. Даешь, и все, и тогда уже ждешь, когда с тебя диспелится. Когда босс активируется, тогда кукла диспелится. Пока он еще не активировался, не задвигался, еще стоит у стола, ты второй плевок даешь. Потому что пока его... у него каст не дошел, ты стоишь еще. Заебись, кайф, нахуй. На-ка, Триси уходит. Рианти тут. Сумона нет, лети сам в инст. Так, что там, сколько боссов это получилось? 6, да? Давай, блять, пока. Позор, нахуй. Боли, страдания. Да хуету какую-то, блядь, не знаю, нахуй. Я сейчас скоро уже сам, нахуй, после двух траев, наверное, начну косячить. Перекурите, ну да, когда... 3 минуты идите, курните, умойтесь, нахуй, пока Рианти летит, блядь. Потом подойдем весь. На одном боссе сидишь по 10 лет. Печеньку не дали доесть, сука. Лужа. Ком в горле теперь, блядь. Водичкой запей. Запил. Блядь, частицу не повесила. ТЦ, бежим, скользяся. Смотрим
переходка. Смотрим дебафочки свои. Сука, зеленый в треугольник. Замедли. Помогаем хилиться. Быстрее. Пельмени сейчас полетят. Пиздец. Я ты, конечно, еще догнался. Еще пельмени. Лужи вышли. Ну и бал на хиле и релить, конечно. Такая хуйня. Вот Фокс по войду. Раз. Берегитесь. Не-не. Галаран убежал, да? Как тебя доставать хилить? Вот я так под хилю не ссы. Все нормально, я же хил сам по себе. Берегитесь. Меня. Где лужу вот допили, туда перестаньте рейд. А то у стены стоите, вообще хуевый обзор там будет. Сюда перебегите. Лужа, смотрите. Ебать, кринж. Он сокрупал на эту хуйню. Красного объема буду, да? Пельмени отошли. Угу. Также бьем и после зеленого будем профу переводить, готовимся. Пельмени отошли. Ну, сукин ты бич, нахуй. Сын, нахуй. Бичаем, блядь. Друид инвалид. Зеленого. Друид инвалид, быстренько его резай. Блядь. Блядь. Мэтфокс, рависта, рависта ее. Быстрее резаем. Перед переходкой. И по профу быстрее бьем. Пельмени. Пельмени отошли. Резай после пельменей, вставайте. Вставайте быстрее. Зеленый, зеленый. Равистею, равистею, дамаг нужен. Бьем. Ну сука, ну хилим. Блять, шалфир на хп давай. Я дал на хп. Ой, блять, ебаный в рот, ну что ты делаешь нахуй? Да я в ахуе с вас просто, говно какое-то нахуй, падаем опять. Как ты там оказался, Равис, блядь? Это залупа какая-то. Вы какую-то залупу исполняете. Не было, потому что ты после повешивания дебафа встал. Видать, визуальный баг. Успешим на технический вайп, нахуй. Но сдохли как бичи просто. Все лежим, лежим. Тело не покидайте, блядь. Сумона нету, нахуй. Бегать будем полчаса. Да сдохни ты уже, а? Кирсори, чё вышел из тебя?